приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня для вас подобрал действительно очень стоящий и перспективный проект. Сейчас у них идет вторая неделя пресейла, и данный проект называется Yoda X. Yoda X – это децентрализованная криптовалюта, созданная на основе трех блокчейнов с уникальным алгоритмом Yoda X. То есть концепция использования Yoda X подразумевает не только использование данной криптовалюты как платежное средство, да, но криптовалюта Yoda X способна удовлетворить потребности общества в приобретении любых физических товаров и также услуг обмена, то есть в сферах P2P и B2B. Вообще цель монеты – объединить все плюсы существующей криптоэкономики и позволить абсолютно каждому человеку в повседневной жизни без усилий использовать все возможности технологии блокчейн, которые уже у нас во всем мире есть. И, наверное, вы догадались, криптовалюта Yoda X – это улучшенная версия криптовалюты Prism. Ее сейчас раскачивают по всему интернету. Очень много людей уже присоединилось и купили ее, так как цена сейчас действительно небольшая, в будущем она будет расти и расти. Поэтому я советую вам присмотреться к данному проекту. Ну а сейчас давайте разберем его более детально и посмотрим, так сказать, на него изнутри. Проект Yoda X учли все ошибки проекта Prism, и они сделали действительно что-то идеальное. И давайте посмотрим, что же они сделали. То есть это моментальный обмен криптовалют между блокчейнами. Данная технология позволит моментально, без посредников, обменивать вообще любые криптовалюты, которые вы захотите. И комиссии здесь будут достаточно маленькие, то есть минимальные. А также финансовые услуги для физических лиц, то есть они сделают криптовалютный банк Yoda X. Они, кстати, уже подали даже документы, и в скором времени они будут готовы. То есть банк действительно будет. Здесь будет система кредитования, криптовалютное инвестирование, страхование, ну а также всем держателям монеты Yoda можно будет активно участвовать в тренинговой деятельности компании. Также обеспечение работы торговой площадки P2P и B2B. То есть это будет единый такой маркетплейс, где вы сможете покупать какие-то товары, да, у физических и юридических лиц, и все это за криптовалюту. Сейчас достаточно мало таких площадок, и что-то купить за криптовалюту у нас проблематично. И они как раз-таки решают эту проблему. Тоже очень круто, я думаю, что многие будут пользоваться таким магазином. А также это интеграция Yoda X с фиатными платежными средствами, то есть криптобанк Yoda X позволит использовать дебетовые карты, моментально именно конвертирующие Yoda X в любую удобную вам валюту, и вы сможете расплачиваться им. То есть такие же карты, как у нас есть, да, Сбербанк, там Тинькофф, но это будет карта Yoda X, и вы сможете также расплачиваться ей в магазинах, либо снимать из банкоматов, да, средства, конвертируя свою криптовалюту. Далее у нас идет roadmap, да, то есть дорожная карта. Сейчас у нас, как я и говорил, идет вторая неделя пресейла. Вы можете принять в ней участие. Как принять участие? Это достаточно просто. Вам необходимо перейти по ссылочке в описании к данному видео, пройти простую регистрацию, и вы попадете в кабинет инвестора. Что мы видим в кабинете? Ну, во-первых, стоимость на данный момент у нас 65 центов. Цена потом вырастет, да, стартовала она вообще с 50 центов и так дойдет до доллара. А как говорит команда, к концу года они поставили себе такую цель, что монета будет стоить по 2 доллара. То есть у вас сейчас есть шанс купить по 65 центов, ну а в конце года продать по 2 доллара, то есть уже сделать 2 икса, достаточно неплохо. На данный момент продано уже много монет, это 649 726, да, то есть максимальный объем продаж это у нас 12 миллионов, а продано вот столько. Приобрести можно за биткоин или эфириум, и здесь просто выбираете, да, валюту, за которую хотите купить, допустим, это эфириум, вводите сумму,
монет, да, допустим, вот у нас 1000 монет, и сумма у нас получается 4,64. Далее нажимаете «Покупка», нам дается адрес, на который необходимо перевести средства. Просто копируем его и переводим, то есть ничего сложного нет. Также вот у нас этапы, да, пресейла. Третья неделя это уже будет дороже, то есть будет 80 центов, четвертая неделя 90. Поэтому успевайте покупать именно сейчас. А как вы видите, я чуть приобрел, да, 200 монеток. Я уже купил, думаю, что буду брать еще. Я верю в этот проект, действительно его сейчас очень сильно качают по всем направлениям. И у него развивающее такое сильное комьюнити, которое качает данный проект. А что касается у нас по структуре, здесь у нас имеется структура, да, можно приглашать людей. У нас реферальная ссылочка наша. И здесь также имеется калькулятор, где мы можем рассчитать, сколько мы будем получать. Допустим, у меня на кошельке 1000 йода, да, время на кошельке выбираем, ну, допустим, от 30 до 90 дней, нет, давайте возьмем от 90 до 180, и структуру, допустим, мы наприглашали, у нас в структуре имеется 1 000 000 йод. Нажимаем посчитать, и наш доход 380 йод в месяц, и получается доход это 38%, да, то есть мой баланс через месяц 1380 йод. Достаточно неплохо. Здесь мы видим нашу структуру, e-mail, да, дата регистрации и так далее. Тоже можете приглашать друзей, которые также хотят заработать. Я думаю, что проект их также заинтересует. Ну что ж, давайте вернемся к презентации, посмотрим дорожную карту, что нас ждет вообще в ближайшем будущем. То есть у нас получается... Сейчас у нас будет запуск блокчейна и первых мастернод. Далее у нас кошельки для Windows и Linux. А также для Mac и OS. Это все уже в ближайшем будущем. То есть это все еще в апреле. А в мае у нас запустится блок X-Pro. И будет уже листинги на бирже. Первый листинг у нас, как мы видим, помечен на Litecoin. Достаточно неплохая биржа. Я думаю, многие ее знают. Я там торгую. Мне она нравится. Хороший объем. Далее листинг на второй бирже. Какая биржа, я, к сожалению, не знаю. Есть только слухи, но они не подтверждены, поэтому говорить вам не буду. Ну и далее идут у нас Android кошелек, iOS кошелек, веб кошелек, листинг на третьей бирже, расширение для Chrome, выход на CoinMarketCap. Все это запланировано в 2020 году, то есть команда быстро двигается, да, по дорожной карте. Здесь нет, как у других, там, в течение там, 3 месяца что-то будет, полгода, год. Здесь действительно... У нас в месяц очень много новостей выходит, каждый месяц, поэтому это тоже круто. И уже даже 31.07.2020 будет Marketplace готов. Также в ближайшем будущем будет запуск баунти программы. Можно будет принять участие, да, то есть заработать монет. Там будут различные задания, как-то пропиарить проект. И вы будете получать за это вознаграждение. Ну, я думаю, что если вы смотрите мой канал, что такое баунти, вы знаете. Давайте пойдем дальше. По эмиссии поговорим. У нас начальная эмиссия это 20 миллионов. И финальная эмиссия это у нас получается 20 миллиардов монет. То есть начальная эмиссия, она необходима предмайнинга, да, необходима для запуска блокчейна. То есть обеспечение децентрализации системы и создание сообщества YODA-X. Далее мы видим, как распределяются у нас эти 20 миллионов монет. То есть 60% это идет на продажу, 20% это командный фонд, а вот 8% на баунти, как раз таки я говорил, да, что скоро запустится это баунти. Достаточно неплохой процент они выделяют именно на баунти. Вспомните другие проекты, они выделяют 1-2%. Здесь же это целых 8%. Можно будет неплохо также заработать. 7% это фонд разработки новых технологий. И 5% у них идет на маркетинг. То есть это рекламить будут саму монету. Здесь мы видим техническая спецификация. Размер блоков 2 мегабайта. Время блока 60 секунд. Ну и... Далее технология Swift YODA-X,
Давайте поговорим немного о ней. Данная технология, она позволяет совершать почти мгновенные транзакции. Да, то есть, как минимум, всего лишь за одну секунду. Это достаточно неплохо. Благодаря такому времени транзакции, которое представляет SwiftX, YODAX, данная технология сможет конкурировать именно с самыми быстрыми криптовалютами, а также с транзакциями кредитных и банковских карт. То есть, ну, представьте, да, одна секунда, допустим, биткоин может идти 40 минут, эфир там от 30 там, до нескольких минут, а здесь всего одна секунда. Также технология Swift YODAX, это функция именно выполняет через Quorum Master Node, когда предлагается транзакция SwiftX, входы указанной транзакции блокируются случайным делегированным мастер нодом, что делает именно их доступным для трат только через определенные транзакции. Также давайте поговорим о самом уже интересном, о коллективном стейке. То есть это уникальная разработка YODAX, позволяет регулировать объем добываемых монет именно путем использования коллективных алгоритмов добычи монет, распределения по всем держателям. То есть вам необходимо всего лишь 100 монет YODAX, да, и вы уже сможете зарабатывать. То есть усложнение добычи монет будет осуществляться при достижении необходимого блока и регулировать доходность, тем самым обеспечивая ликвидность монеты на бирже. YODAX Market. Доходность у нас здесь определяется тремя переменными, то есть есть формула. Первое — это количество монет на кошельке, ну, в зависимости от того, сколько вы держите. Коэффициент времени хранения монеты, да, то есть, соответственно, чем дольше, тем он больше. Коэффициент объема структуры. Ну, здесь то же самое. При достижении 1 миллиона YODAX на стейкинг балансе майнинг у вас останавливается. То есть когда вы достигнете 1 миллиона монет. EQ – это доходность от монет, находящихся на кошельке. А вот у нас формула, да, табличка. Здесь количество монет на кошельке, допустим, от 111% от количества монет на кошельке равно, и вот она у нас формула, да, то есть мы умножаем все эти показатели, о которых мы с вами и говорили. И тогда рассчитывается наш процент. Ну и так далее для других. А также повышенный коэффициент времени хранения монеты, то есть для включения данного коэффициента необходимо заморозить монеты на своем кошельке, то есть монеты будут отображаться на отдельном счете, и через 7 дней холдинга к ним будет применяться коэффициент в зависимости от срока нахождения монет в холде. Вы можете снять монеты с холда в любое для вас удобное время, то есть когда захотите, и при этом данный коэффициент будет также обнулен. Здесь мы видим эти коэффициенты, достаточно неплохие, да, если год держим, то это 2,5 коэффициента, очень неплохо. А также повышенный коэффициент объема структуры, здесь мы видим, ну, в зависимости от того, какая у вас структура, сколько пользователей пригласили, сколько они инвестировали, конечно, разный и коэффициент. От 10 тысяч YODAX это 0,5, и так ваше до... Получается у нас сколько, да, миллиарда, да, то есть это 3. Тоже очень неплохо. Проект действительно интересный, уникальный. Им занимается действительно серьезная команда. Я думаю, эту команду вы знаете. Дашкевич Илья Сергеевич, его, я думаю, что вы о нем все слышали. И знаете, что они действительно сильно раскачивают проекты. И этот проект, не исключение, они раскачают его так, что цена на монету просто взлетит. Поэтому у вас есть шанс сейчас принять участие в пресейле и приобрести монету всего за 65 центов. Уже в ближайшем будущем цена вырастет, да, даже на пресейле начнется третья неделя, и цена уже будет 80, далее 90. Поэтому сейчас вы можете купить всего лишь по 65 центов. Проект раскачивается, у них очень сильный маркетинг, серьезный, они занимаются проектом. Ну и сама идея, и то, что они учли все минусы прошлых проектов и делают действительно уникальный, серьезный и перспективный проект. Поэтому переходите по ссылочке в описании, приобретайте монеты YOD. Можете купить, минимально у нас достаточно небольшая, да, если, ну, боитесь или... Денег сейчас нет. Минималка здесь достаточно небольшая на покупку, да, то есть это всего лишь $50, достаточно мало. Поэтому можете
поучаствовать. Поучаствовать, я думаю, что может каждый. Переходим по ссылочке в описании, регистрируемся, изучаем проект. Ну и если проект вас заинтересовал, участвуем. Тем более скоро уже биржа, и даже если вы там не будете майнить, да, вы можете просто продать на бирже и уже заработать почти 2 икса, да, купив по 0.65. То есть цена доллара, она будет однозначно на бирже, они сказали, что будут ставить стенки, и дешевле монетка у нас не упадет. Поэтому можно заработать уже даже сразу после листинга. Поэтому присоединяйтесь. Ну что ж, на этом я завершаю свой обзор. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на мой канал, а также ставить лайки. Всем пока!